Накопители энергии, созданные на новосибирском предприятии «Система накопления энергии», совместно с учеными Новосибирского государственного технического университета после завершения испытаний будут установлены на солнечных электростанциях энергетической компании «Хевел» в Туве, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы учебного заведения, в тендере на поставку накопителей для «Хевел» опередили конкурентов из Германии, Франции и Китая. Стоимость накопителей не уточняется, однако их окупаемость в среднем будет составлять 3-4 года. Она зависит от особенностей проекта, на котором применяются накопители. Они способны обеспечивать бесперебойное питание в случае аварии, а также повысить эффективность качества и надежность электроснабжения. Кроме того, накопитель ученых способен обеспечить потребителей электроэнергии во время пикового потребления. Всего в работе кластера может быть задействовано не менее 20 новосибирских предприятий. В результате в производстве накопителей будет использовано около 95% российских комплектующих.